О статусе и границах Серпухова и района говорили 4 октября в Московской областной думе. В Новый год муниципалитеты вступят уже единым городским округом. Депутаты приняли соответствующий законопроект в третьем чтении. Впереди последний этап подписания его губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Историческое событие для жителей Серпухова и района. На внеочередном заседании Московской областной думы депутаты проголосовали за объединение двух муниципальных образований. Соответствующий законопроект был принят большинством голосов. Вчера состоялся комитет Московской областной думы, где я докладывал по поводу объединения городского округа Серпухова с муниципальным Серпуховским районом. Значит, комитет проголосовал единогласно. И сегодня на Московской областной думе будет принято решение по поводу объединения нового округа. Михаил Шульга отметил, что городские и сельские поселения, которые объединились с Серпуховым, утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу закона 30 декабря. Я думаю, что 29-30 декабря мы уже все узнаем, что мы живем в другом муниципальном образовании, городской округ Серпухов. Докладчиком председателя городского совета депутатов выступил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Роман Горбунов. Он напомнил, что этапы объединения прошли согласно закону. Так, в Серпухове районе прошли публичные слушания, на которых жители и представители власти обсуждали перспективы развития единой территории. Далее инициативу поддержали депутаты двух муниципалитетов. После законопроект уже вынесли на рассмотрение регионального парламента. Поэтому мы с удовольствием сегодня констатируем, что состоялось объединение Серпухова района, и я думаю, что за этим объединением последуют дальнейшие какие-то моменты, связанные с инвестиционным климатом, с, как я уже сказал, со снятием административных барьеров. И прежде всего это позволит нормально развиваться территории. Самое главное для людей, чтобы власть работала эффективно. Именно на эффективность работы власти и направлено объединение Серпухова и района. Среди плюсов объединения и значительное сокращение бюджетных средств на содержание многочисленных администраций. Только по предварительным расчетам, при сокращении чиновничьего аппарата удастся сэкономить почти 100 миллионов рублей в год. Деньги можно направить, конечно же, на благие цели, на те же дороги, на те же освещения. Теперь законопроект должен подписать губернатор Московской области Андрей Воробьев. Напомню, что правительство Подмосковья уже несколько лет проводит административную реформу, которая подразумевает укрупнение субъектов местного самоуправления. Так уже объединены Балашиха и Железнодорожная, Юбилейный, Королев. В процессе объединения в единый округ находятся Одинцово, Одинцовский район и Звенигород.